Ну все, поеду к Элджею. О, уже утро наступило. Ну все, еду к Элджею. Такс, ну все, приехал. Привет, Элджей. Привет. Так вот, тут такая проблема. Какая? В общем, тут Сальваторе вместе с двумя чувачками хотели уже ограбить какое-то заведение. Мы пришлю координаты. И сейчас их окружает полиция, так что едь быстрее, тебе нужна четырехместная тачка. А, чёрт. Эх, прощай, моя красотка. Ладно, на эту красоточку сяду. Чёрт, менты. Так, ну все, вылезаю. Достаю пукалку, начинаю шмалять. Так. Так, еще один мент. Так, пробегаю, пробегаю. Так, теперь надо проникнуть в сам отель. Стой! Ты в последний раз будешь кататься в лифте. А я не собираюсь. Смы... Ты что в этом лифте? Ну как, вы живы? Да, живы. Что случилось? Мы пытались ограбить, но у нас что-то не удалось. Ну все, бежим. Так, ну все, валим, валим, валим. Давайте через магистраль. Не, через магистраль плохая идея. Ну ты ж хочешь жить. Там ж больше машины, поли и менты там будут там больше будут врезаться. Не, лучше. Лучше нет. Почему? Давай по встречке. О, давай. Ух, ну и переулочек узенький, еще что-то, железная дорога. Черт, мы попались. Не бойтесь, я вас спасу. Так, ты. Да, я что? Ну что ты сюда заезжать хотел? Не знаю. Эй, ты что делаешь? Пристрелю. Не надо. Черт, еще один уже на крыше. Еще один. Так. Так, ребята, давайте пересядем в последнюю милицию, то есть ментовскую тачку. Ну давай, а то мы никак отсюда не выйдем. А то тачку таранить жалко, а этого придурка никуда не сможем деть. Что ты сказал? Я предупреждал. Ну все, давайте, пересаживайтесь, пока еще не приехали. Хорошо. Фух, это было жестко. Ладно, развернемся и поедем домой. Фух, приехали живыми. Хорошо. Хорошо, что мы приехали живыми. Так, надо бы от этой ментовской тачки избавиться. Пока не поздно. Но потом я уже себе какую-нибудь другую возьму. Хорошо. Ну все, расходимся по домам.